Бадгиды Мецена дает, что по им прогнозам будет 130-230. Критически у нас 370. У нас был 350, сейчас подняли и стали 370. Поэтому, но при заторах они дают повышение на полтора, метр-полтора. То есть, ну, будем смотреть, мониторить, то все. Под контролем пока держим всю установку. Специалисты просят жителей вышеперечисленных районов не ждать, пока появятся первые признаки подтопления, а заранее предпринять необходимые меры, которые позволят им избежать больших материальных потерь. А именно, подготовить необходимые документы и имущество, например, теплую одежду, деньги, карманный фонарик, запасные батарейки, запас питьевой воды и продуктов длительного хранения, и держать их в удобном месте. Взрослые члены семьи должны знать, как в случае необходимости отключить электричество, газ и воду. При наличии крупных домашних животных заранее определиться с местами их временного содержания. В случае реальной угрозы подтопления взять приготовленные вещи и как можно быстрее покинуть территорию. При невозможности самостоятельно покинуть место затопления необходимо ожидать помощи от специалистов служб города.